наши цепки лапы попался работник гостиницы. Меня зовут Игорь, я старший менеджер продаж в отеле «Карлтон Москва». Он работает с VIP-клиентами и по долгу службы должен ходить в костюмах. Но, тем не менее, дресс-код его довольно свободный, поэтому мы решили попробовать для рабочих будней вот такой костюм «Тройка» из серой шерсти в полоску, вот такой пиджак сине-зеленого цвета Tom Ford. У Игоря очень спортивная фигура, он довольно раскачанный мужчина, и таким мужчинам, как правило, очень трудно подобрать классическую одежду. Вот эту задачу мы попытаемся решить в сегодняшней практике. Для рабочих будней, так как все-таки наступают довольно суровые дни, предлагаем мы классические высокие ботинки на шнуровке. Костюм «Тройка» очень моден в этом сезоне, как и любое ретро. Новогодних вечеринок всегда незазорно выбрать какую-то экстравагантную обувь, которую вы не можете позволить себе в будничные дни. Это такие слиперы, да, мы будем называть биллионер. Еще более экстравагантный вариант с фамильными гербами. Так или иначе, но за годы моей работы в отделе продаж я понял, что как ни крути, но встречают все равно по одежке. До проводов по уму иногда дело не доходит. Хочу сказать, что это работа, и работа на самом деле очень тяжелая. Любой физический труд, любой моральный, а здесь все вместе, да, как-то приходится. Но интересно чертовски, поэтому такой первый опыт для меня, конечно, очень позитивный, нужный, и мне очень понравился.